дождик сейчас прошел, сейчас трава зеленая. Вон какая зелененькая, покажи, какая трава зеленая. Ага. Ой, смотри, как круто, на море мы, ура. Набережная очень ухоженная, посажены и подстрижены деревца разных причудливых форм. Красиво. Ведь зима, ведь зима. А листики еще даже не спали, да, они опали. Угу. Красиво. Это, оказывается, такая красивая, ухоженная территория у санатория Кубань. И, кстати, смотрите, на входе стоят елочки и Санта-Клаус. Да, совсем скоро Новый год уже. А снега нема. Написано, что стоимость путевки на одного человека 2000 рублей в сутки, без лечения 1600. Елочки, видите? С фонариками. Ну что, Новый год без снега? Ой, как мне нравится, как здесь хорошо. Так что, друзья, приезжайте сюда, в Анапу. Да. Можно не только вот летом, а еще можно и зимой приезжать. Да, красиво. Травкой любоваться, морским воздухом дышать. Да. Сосны, да, такие большие вообще? А в жару они ведь очень вкусный аромат источают. Это не кедр? А, кстати, может быть и кедр. Да не, ну по шишкам похоже, как будто сосна, да. А там вроде как городище древняя Горгипия. Раскопки. Mm-hmm. Музей археологический. Да ты что, прям даже здесь еще это ну, есть? Да. Древний город находился на берегу моря. Ничем не пахнет. Сколько ни идем по Анапе, везде всякие санатории, гостиницы, вообще отели. Очень вот. Много мамочек с детьми. Санаторий «Мотылек». Трехзвездочный, ничего себе. А у нас здесь крепостные ворота, написано «Остатки турецкой крепости, построенной в 1783 году». Названы русскими в честь 25-летия освобождения Анапы от турецкого ига. Вообще такие огромные, посмотрите, да? Ого, интересно. В сравнении с моей рукой. Тут такой скверик красивенький. Лавочки. Кстати, заметили, что очень много котов в Анапе, очень, вообще. Тут их, не знаю, столько куча. Там, тут, вон там двое на лавке сидят. Они такие все жирные. Мы не можем перестать восхищаться, насколько здесь много зелени вообще. Так красиво, так ухоженно. Действительно, Анапа – зеленый город. У меня вот такое ощущение, да, что действительно здесь листья еще на деревьях на многих не опали. Как так? Не знаю, но ведь тепло же было. В Краснодаре опало все, у вас опало. Как так? А вот у нас и администрация города Анапа. К сожалению, фонтаны уже все выключили на зиму. В Краснодаре это сделали в начале ноября.
И здесь тоже фонтанчики не работают, потому что уже были заморозки первые. Кофейня тут очень ухоженная, и сделаны уже такие украшения, новогодние шишки, да? Вот продают елочки всякие. Но после прогулки мы направились в торговый центр «Красная площадь». Какая красивая елка стоит рядом с ним. Украшена гирляндами, шариками большими, подарками. Анапа уже готова к Новому году. А у вас в городе уже поставили елку? В самом магазине посмотрите, какая новогодняя инсталляция. Еще более красиво украшена елка. Сидит Дед Мороз со Снегурочкой. Вот даже два мальчика подошли, что-то разговаривают о чем-то. Наверное, просят на Новый год подарки какие-то. Вот. Детям такое очень нравится. Видите, как красиво все украшено. И вот эти фигурки, они все двигаются, представляете?